Один из баров на улице Новосадовая. Для занятия предпринимательской деятельностью в заведении есть все необходимые документы. Вот только торговля горячительным здесь не всегда ведется по установленным законам правилам. Пенный напиток оказался в руках 17-летнего подростка, хотя для продавцов на барной стойке наклеено незамысловатое напоминание русским по белому «Спроси возраст». Что же вы как возраст не спрашиваете? Я ему еще не продавала. Не продавали, да? Позже девушка-продавец поняла, отпираться бесполезно. Молодой человек признался, алкоголь купил именно здесь. Это подтвердили и другие посетители заведения, в доказательство и кассовый чек. Дальше разбираться в ситуации пришлось владельцу бара, которому в свою очередь нужно было напомнить подчиненным о правилах торговли. Человек работал первый день, гражданин, я так понимаю, выглядел на возраст никак не младше 18 лет, поэтому просто человек зашел в заблуждение. За продажу алкоголя несовершеннолетним продавцу может грозить штраф до 50 тысяч рублей, а предпринимателю в два раза больше. Виновное лицо будет привлечено к административной ответственности по части 2.1 статьи 14.16. Продажа алкогольной продукции несовершеннолетним. В дальнейшем протокол будет составлен на индивидуального предпринимателя. Санкция данной статьи предусматривает штраф от 100 до 200 тысяч рублей. Индивидуальный предприниматель должен был принять все меры, чтобы в данном торговом объекте не реализовывалась алкогольная продукция несовершеннолетним. Кроме того, сейчас городские власти совместно с полицией обсуждают вопрос о лишении лицензии предпринимателей за подобные нарушения. Что касается самих несовершеннолетних, решив попить горячительного, с ними разговор будет вестись в присутствии родителей, которые сами решат, как наказать свое чадо. Павел Баймаков, Константин Головин. События.